Итальянский историк экономики Карло Чиполло за долгие годы исследований сформулировал 5 универсальных законов глупости, работающих в любом обществе. Оказалось, что глупость сама по себе намного опаснее, чем мы привыкли о ней думать. Прежде чем ответить на вопрос, почему именно это так, хочется предупредить зрителей о том, что после просмотра этого видео и корреляции всего перечисленного с новыми украинскими реалиями, вы посмотрите на происходящее совсем другими глазами, и ваш мир уже не будет таким, как прежде. В общем, если что, я предупреждал. Итак, первый закон глупости. Человек всегда недооценивает количество идиотов, которые его окружают. Звучит как размытая банальность и снобизм, но жизнь доказывает истинность этого закона. Как бы вы ни оценивали людей, вы постоянно будете сталкиваться со следующими ситуациями. Человек, который всегда выглядел умным и рациональным, оказывается невероятным идиотом. Глупцы все время возникают в самых неожиданных местах в самое неподходящее время, чтобы разрушить ваши планы. Знакомо, правда? Второй закон глупости. Вероятность того, что человек глуп, не зависит от других его качеств. Годы наблюдений и опытов утвердили ученого Карло Чиполло в мысли, что люди не равны. Одни глупы, другие нет. И это качество закладывается природой, а не культурными факторами. Человек является глупцом так же, как он является рыжим или имеет первую группу крови. Он таким родился по воле провидения, если хотите. Образование не имеет ничего общего с вероятностью наличия определенного числа глупцов в обществе. Это подтвердили многочисленные эксперименты в университетах над 5 группами. Студенты, офисные служащие, обслуживающий персонал, сотрудники администрации и преподаватели. Когда ученый анализировал группу низкоквалифицированных сотрудников, число глупцов оказалось большим, чем ожидалось. Тут как раз работает первый закон. Мы недооцениваем количество глупцов вокруг. И в этой группе можно было бы списать все на социальные условия. Бедность, сегрегацию, недостаток образования и так далее. Но поднимаясь выше по социальной лестнице, то же соотношение обнаружилось среди белых воротничков и студентов. Еще более впечатляющим оказалось увидеть то же число среди профессуры. Брал ли исследователь маленький провинциальный колледж или крупный университет, та же доля преподавателей оказывалась глупцами. Карло Чиполло был так поражен результатами, что решил провести эксперимент над интеллектуальной элитой – нобелевскими лауреатами. Итог подтвердил суперсилы природы. То же самое, определенное количество лауреатов были глупы. Идею, которую выражает второй закон, сложно принять, но многочисленные эксперименты подтверждают его железобетонную правоту. Феминистки поддержат второй закон, поскольку он гласит, что дур среди женщин не больше, чем дураков среди мужчин. Жители стран третьего мира утешатся тем, что развитые страны не такие уж и развитые. Выводы из второго закона пугают. Станете ли вы вращаться в британском высшем обществе или переедете в 95-й квартал Кривого Рога, подружившись с местными гопниками, или проведете остаток жизни в казино в окружении продажных женщин, вам везде придется сталкиваться с одинаковым количеством идиотов, которое, вспомним первый закон, всегда будет превышать ваши ожидания. Идем далее. Третий закон глупости. Лично от себя я бы назвал его законом Зеленского, потому что он в своей деятельности руководствуется исключительно этим самым законом. Очень важный закон для понимания всей концепции. Концепции 5 законов глупости. Послушайте внимательно. Глупец – это человек, чьи действия ведут к потерям для другого человека или группы людей,
и при этом не приносят пользы самому действующему субъекту или даже оборачиваются вредом для него. Еще раз. Глупец своими действиями наносит вред не только другим людям, но и вредит самому себе. Третий закон предполагает, что все люди делятся на 4 группы. Простаки – П, умники – У, бандиты – Б и глупцы – Г. Если Вова предпринимает действие, от которого несет потери и при этом приносит выгоду Игорю, то он становится простаком. Зона П. Если Вова делает нечто, что приносит выгоду и ему, и Игорю, он умник, потому что действовал умно. Зона У. Если действия Вовы несут ему выгоду, а Игорь от них страдает, то Вова бандит. Зона Б. И, наконец, Вова-глупец находится в зоне Г, в минусовой зоне по обеим осям. То есть, как говорят в народе, ни себе, ни людям. Нетрудно вообразить масштабы урона, который способны нанести такие дураки, попадая в управленческие органы и обладая политическими и социальными полномочиями. Но отдельно стоит уточнить, что именно делает дурака опасным. Глупые люди опасны потому, что рациональные люди с трудом могут представить логику неразумного поведения. Умный человек способен понять логику бандита, потому что бандит рационален, он всего лишь хочет получить больше благ и при этом недостаточно умен, чтобы заработать их. Бандит предсказуем. И поэтому против него можно выстроить защиту. Спрогнозировать действия глупца невозможно. Он навредит вам без причины, без цели, без плана, в самом неожиданном месте, в самое неподходящее время. У вас нет способа предугадать, когда идиот нанесет удар. В конфронтации с дураком умный человек полностью отдает себя на милость дурака, случайного, рандомного создания без понятных умнику правил. Атака глупца обычно застает врасплох. Даже когда атака становится очевидной, от нее сложно защититься, потому что она не имеет рациональной структуры. Четвертый закон глупости. Не глупцы всегда недооценивают разрушительный потенциал глупцов. В частности, не глупцы постоянно забывают о том, что иметь дело с дураком в любой момент времени, в любом месте и при любых обстоятельствах означает совершать ошибку, которая дорого обойдется в будущем. Простаки из зоны П обычно не способны распознать опасность дураков из зоны Г, что неудивительно. Удивительно как раз то, что глупцов также недооценивают и умники, и бандиты. В присутствии глупца они расслабляются, наслаждаясь своим интеллектуальным превосходством, вместо того, чтобы срочно мобилизироваться и минимизировать ущерб, когда дурак что-нибудь выкинет. Распространенный стереотип, что дурак вредит лишь самому себе. Нет. Не нужно путать дураков с беспомощными простаками. Никогда не вступайте в альянс с дураками, воображая, что можете использовать их ради своей выгоды. Если вы так поступите, то очевидно, что вы не понимаете природы глупости. Так вы сами предоставляете дураку поле, на котором он может разгуляться и нанести больший урон. И, наконец, последний, пятый закон глупости. Глупец – самый опасный тип личности. Следствие. Глупец опаснее, чем бандит. Результат действий идеального бандита – простой переход благ от одного человека к другому. Обществу в целом от этого ни холодно, ни жарко.
Если бы все члены этого социума были идеальными бандитами, то катастрофы бы не случилось. Вся система сводилась бы к трансферу богатств в пользу тех, кто предпринимает ради этого действия. И поскольку идеальными бандитами были бы все, система наслаждалась бы стабильностью. Это легко видеть на примере любой страны, где власти коррумпированы, а граждане постоянно обходят законы. И стоит признать, что в некоторой степени это напоминает Украину на протяжении большинства лет независимости. Когда же на сцену выходят дураки, картина полностью меняется. Они наносят урон, не извлекая выгоды. Блага уничтожаются, общество беднеет. История подтверждает, что в любой период страна прогрессирует тогда, когда у власти находится достаточно умных людей, чтобы сдерживать активных дураков и не давать им разрушить то, что произвели умники. Украина получила себе президентом самый опасный тип личности. Спрогнозировать действия глупца невозможно. Не нужно тешить себя иллюзиями, что он окружит себя умными людьми. Дурь всегда окажется в выигрыше. Это то, о чем писал Шиллер. Против глупости бессильны даже боги. У государства Украина отсутствует запас прочности для действий идиота в президентском кресле. Напомню фрагмент 5 статьи Конституции Украины. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ. Народ осуществляет власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Еще раз, народ осуществляет власть непосредственно. Ну, вы поняли. Слава Украине!